Всем привет, с вами Англинг, и сегодня будет типа холла. Мы ходили после Леджерс Парка, ездили в Билек, в магазин, в Кавайи. Мы купили мне одежду и Тае. У нас огромных 4 пакета. Вот, эти огромные пакеты. Ну что, поехали с моих? Вот мои 2 пакетика. У меня намного меньше вещей, чем у Тейси. Итак, первое это вот такая кофта. Такой надписью. Второе это спортивные штаны розовые. Вот тут надпись. Это надевать такая вот. Мне нравится переход такого цвета очень. И это на купальник сверху одевать. Ну как по мне. И еще кофта в школу. Она очень клевая. Написано Далис. Все, первый пакет кончился. И тут нашли куртку. Куртка. Такая светло-розовая куртка, очень клевая. Она очень красивая и очень красиво будет смотреться с каким-нибудь ярким шитом. И еще куртка. Это джинсовка, но она сделана как куртка, как кофта. Рукава как толстовки, капюшон тоже такой и сама джинсовка. Ну все, 2 пакета кончились. Кстати, если вы пойдете в этот магазин, здесь все в лирах, но вы можете попросить перевести вам долг. Я все назад сложила, но это приходит с тайным пакетом. Я предупреждаю, здесь не все тайно, еще подарки друзьям на день рождения. Это часы были здесь, короче, Барби, если я их найду, вам покажу. Вот такое модное пальто, на самом деле оно очень клево, оно не смотрится, оно такая прям взрослая в нем, в цветок. Вот такие вот лосинки, очень милые. Вот это я даже не знаю что. Это типа рубашка с поясом. Потом вот такая кофта яркая. И с ней вот такие вот штанишки, как лосины. Потом идет вот такая толстовка, это я и выбрала. Потому что любит зимой одевать 102 кофту, потом купить вот толстовку нет. Вот такую милую кофту. Желтую. Во-первых, она желтая. Во-вторых, она сердечко белое. И в-третьих, смотрите, какая у нее. Короче, на карманах. Кошка. Очень клево. И под нее вроде есть штаны, но не здесь. Вот такая штука. Как это? Юбка. И она вот с этой кофтой комплект. Это я тоже выбирала ей. Я бы сама себе такую кофту купила. Так, первый пакет кончился. Кстати, вот под эту кофту желтую, штаны вот это, как спортивные штаны с кошкой. Господи, вот надо все складывать. А вот это костюм моей двоюродной сестры Нюся. Нюся, если ты смотришь, это тебе подарок. Хотя, знаешь, что ты не смотришь. Колготки здесь. 39 лир. В принципе, если вы не знаете, сколько это в долларах, просто делите примерно на 3. Так. Вот такая кофта. Ну, в садик, как в школу. Вот такие вот штаны, они очень мягкие. И как леопардовые. Я вообще тоже сама люблю леопардовые вещи. Теплые. О, интересно, сам пошла. Палеточка цветов. Это все-таки, я бы не сказала, что пастельные, но в камере пастели на самом деле они такие яркие. Только вот 3 пастельных, а эти уже, ну ладно, пастельные пусть у нас будут, ярко-пастельные. И на конце вот такие, короче, прикольные носочки. Еще колготки в сердечке. Так, что-то интересненькое. Еще одну кофту. А, наверное, то была Тая, а это уже Нюся. Побольше. Думаю, зачем две одинаковые колготки.
еще носки. Больше, мне кажется, их здесь. И еще носки. Боже, сколько носков. Вот. Этот пакет тоже будет. Вот. Как называется этот магазин? Быстрее записывайте, летите в Турцию. Мы еще хотели походить по магазинам, но, к сожалению, Таисия уснула, и нам пришлось идти домой. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и напишите в комментариях, любите вы холод типа таких или нет, чтобы снимать мне дальше или нет. Сейчас я вам покажу, какая гора на самом деле одежды у Таисии. Просто я уже убрала. Такая горища. И это все стоило, наверное, где-то $150. Ну как, недорого. Вот такая гора. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно пишите комментарии. Я буду ждать 45 подписчиков. И, кстати, по поводу конкурса на подписчиков, я обещала... Их уже много, как бы, когда я начинала конкурс, я написала только один человек, я не обманываю. Оставляйте свои номера телефонов, не бойтесь, я не буду никого обманывать. Я не буду сейчас оглашать приз, это будет как бы сюрприз для вас. Я сразу не говорю, что вы... Это деньги на телефон. Может быть, это деньги на телефон, но я не скажу, сколько. Но я сейчас не говорю, что это может быть деньги на телефон. Ладно. И еще... Каждая, когда будет 40, 50, 60, 70, 80 подписчиков, короче, с нулевыми цифрами, это будет юбилейное видео, это будет какая-то сенсация. Так что обязательно смотрите видео, и я могу просто ставить такой X. Это будет обозначать юбилейное видео или звездочку. Пока!